После матча с Шинником наша команда вернулась в Самару довольно поздно. В 4 утра крылья прибыли на клубную базу. Илья Визнович, автор голевой передачи в игре против ярославцев, занимается в группе футболистов, принявших участие в поединке. Очень хорошее у нас настроение, то, что победили команду, прошли в дальнейший этап. Голевой пас получился, разыграли на 55-й минуте момент, и получилось то, что я вываливался в штрафную и услышал подсказ Ткачева, что он сзади один, и выкатил ему, и он решил, пробил и забил гол. Победа в кубковом матче определенно позитив, однако отдыхать некогда. Уже в понедельник крыльям предстоит игра чемпионата против пермского Амкара. Все мысли главного тренера сосредоточены на этом матче. От игры с Шинником нам нужно перенять уверенность и чувство победы. 3 поединка за 8 дней – не проблема, если есть амбиции и желание добиваться результата. Игра с Амкаром будет сложной, считая их место в турнирной таблице на данный момент абсолютно заслуженным. Да, в Перми постелен искусственный газон, но это не должно стать для нас какой-то проблемой. Хотя в крыльях есть игроки, скептически относящиеся к таким полям. В Самаре болеть за крылья будут в кафе-баре «Тыква». Повод подходящий. В город приезжает экс-футболист нашей команды, а ныне телеведущий и комментатор Матч ТВ Евгений Савин. В программе вечера просмотр матча под живой комментарий Евгения, розыгрыш призов, автограф и фотосессия. Начало встречи в 17:00. Трансляция поединка стартует в 6 часов ровно.